всего, говоря о конкурсной программе, необходимо отметить два момента. Прежде всего, команда образования проходила у нас в самый первый день школы, где мы знакомились с ребятами и определяли, какие же роли им больше всего подходят. Были различные варианты – генератор идей, мотиватор, главный инженер, разработчик. Это были роли, которые были адаптированы под направление строительства и материаловедения, чтобы им это было ближе. Конкурсная программа была направлена на то, чтобы ребята развивали свои скиллы, то есть те навыки, которые есть у них. Они их развивали, и мы определяли в этом году впервые на зимней школе, мы определяли лучшего генератора, лучшего мотиватора. Это были люди, которые понимали, что вот они самые лучшие в своем, именно вот в своем навыке, в своей социальной роли.